6. Андрей, вы там где-то угрожали в каком-то раунде мячу. Я угрожал, да, это правда. Да. Во-первых, начинаете угрожать тоже. А я так, пока малыш, мысленно угрожаю то, что нельзя говорить. Сила удара у нас такая, что ты расколешься, понимаешь, если ты сейчас не окажешься в ячейке 5 миллионов. Более грозную позу, мне кажется, надо принять, чтобы он понимал, что здесь его, если что, ждут, встретят. Я тоже встану в эту грозную вообще... позу и скажу, а ну-ка, поехал сюда. Угрожаю. Слышишь меня? Поехали! Давай, встречаемся на 5 миллионов. Давай, пожалуйста, туда мы ходить не будем. Так, ты видишь, что сюда мы тебе сказали. Мы сказали тебе...